Это адыгский амыль, он родственник Уадынза, и его характерное отличие, как и ачарпына, это звукоизвлечение. Оно довольно сильно отличается, при том, что инструмент как бы практически то же самое, та же трубка с тремя-четырьмя отверстиями, но звукоизвлечение очень сильно меняет характер. Вот, допустим, по-осетински на Уадынзе у нас используются только губы. Такой довольно нежный звук, но в то же время можно сделать и достаточно агрессивный. А адыги, абхазы, а также и карачаево-балкарцы, о которых мы поговорим, они играют с использованием, это другой тип звукоизвлечения, называется нёбно-языковой. Используется язык, нёба и зуб для фиксации. Это позволяет делать очень мощные звуки низкого регистра. На губах очень хорошо даются звуки верхние, но с нижними звуками есть у нас проблемы. Вот. Не то что проблемы, это как раз есть небольшие трудности, но они решаемы. Я об этом потом расскажу, когда мы будем говорить о диапазоне инструмента. Вот. И как бы по большому счету это уже другой инструмент, но конструктивно. Звучит немного по-другому, но конструктивно это то же самое. То есть так же, как на Уадынзе можно играть на камыле и наоборот.